Spotlight 2. Student's Book. Exercise 1. Page 10. Listen, point, and repeat. R. Rabbit. S. Snake. T. Tree. U. Umbrella. The vest. W. Window. X. Box. Y. Yacht. Z. Zip. Hello everyone! Привет всем! Я продолжаю записывать видеоуроки, подробные видеоуроки по программе Spotlight. И я рассматриваю учебник Spotlight 2, программа 2 класса. И мы продолжаем. Мы сегодня с вами завершаем тему английский алфавит. Open your books at page number 10. Open your books at page number 10. Откройте страницу 10. Сегодня у нас третий урок по английскому алфавиту. My letters. Мои буквы. Давайте вместе прочитаем название этого урока. My letters. My letters. Кто смотрел предыдущие уроки, то мы прошли уже две темы по английскому алфавиту. И сегодня у нас завершающая тема по английским буквам. Пожалуйста, open your copybooks. Откройте тетрадочки. Мы запишем с вами следующие буквы. Запишите и нарисуйте, пожалуйста, буковку А. Эта буковка также называется, как русская буква А, только в английском. Буковка А. Запишите, пожалуйста, А. Рядом нарисуйте звук в транскрипции, в квадратных скобочках, как мы это делали с вами уже. Как эта буковка читается? Буковка А, нарисуйте, дает звук Р. 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 Что-то типа русского Р, но язычок туда идет, в горлышко загибается. Р. 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 Окей. Мы повторяем букву, звук и слово. Буква R. Р. Rabbit, rabbit. И учим слова. Запоминаем, пальчик ставим, проговариваем. Называется буковка А, звук Р. Rabbit, кролик. Okay. The next letter, следующая буковка, нарисуйте ее. Это буковка S. S. R. S. Буковка S. Нарисуйте себе, пожалуйста, транскрипцию, квадратные скобочки. Буковка S читается, и вы уже, наверное, догадались, дает нам звук С. С. Звуки произносим быстро, четко. С. Буква S дает звук С. Окей. Знакомимся со словом змея. Это слово snake. Snake. S. С. Snake. S. S. Snake. That's good. Хорошо. Рисуем следующую букву. Она такая, как крючочек и перекладинка. Крючочек и перекладинка. Это английская буковка T. R. S. T. А теперь нарисуйте транскрипцию. Буковка T дает нам звук Т. Мягкий, не как русский Т, жесткий, а мягкий звук Т
язычок на альвеолу за зубами, на бугорке за зубами. Произносит он мягко. Звук. Окей. Знакомимся со словом дерево. Это слово tree. Tree. Дерево. T. T. Tree. T. T. Tree. Окей, that's good. A, S, T. Следующая буква. Нарисуйте, как русская И рисуется она. Это буква, только не надо никаких крючков в английском, ребята. Это буква U. U. R, S, T, U. Это буковка U. Нарисуйте. И рядом, как всегда, нарисуйте квадратные скобочки, транскрипцию. Как эта буковка читается? Какой звук она нам говорит? Такой звук, ребята, нарисуйте, пожалуйста, такая, похожа на крышу, перекладинок тут никаких не надо, просто такая крыша, как треугольничек, это звук А, А. Вот если бы здесь еще нарисовать перекладинку, то точно была бы А, это звук А, буковка Ю читается А. И знакомимся со словом зонт. Umbrella. Пальчик ставим, смотрим, проговариваем. Umbrella. Umbrella. Учим слова. Буква U, звук А. Umbrella. Окей. Следующая буковка, это буковка V. V. Рисуется просто как галочка. Буковка V. Нарисуйте звук. Вы уже догадались, наверное, ребята, что буковка B дает нам звук В. 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 Рисуется он точно так же, как и буква, как галочка. Это звук В. Немножко зубами прикусите нижнюю губу. Звук В. Как, например, в словах русских Витя. В. В. Окей. Слово best. Майка. Пожалуйста, best. Best. V. B. Best. R. S. T. U. E. Ниже нарисуйте буковку W. Широкая буковка. Она, посмотрите, как рисуется. Да, похоже на V, но как двойная V. W. Нарисуйте. И буковка W. Она нам дает звук губы. Рисуется он также. Как и буковка, как и W, нарисуйте. Звук «л», губы в стороны. «Л», 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 окей. Okay. W читается как «л» и слово «window», «л», «window», «окно», «window», «w», «л», «window», окей. Okay. The next letter, следующая буковка, «x», «x». Как крестик, как русская буковка Х, да, очень похоже. X. Нарисуйте звук. Буковка X. X. Это шипящая буковка. Она нам будет давать двойной звук. Двойной звук. Сейчас я нарисую, ребята. Это звук КС. Это звук КС. 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 X читается как кс. И, например, слово коробка или ящик. Коробка – это слово box. Box. Буковка X стоит в конце. X – звук кс. Box. Ниже, ребята, следующая буковка называется Y. Y. Нарисуйте, как русская буква У, но только не загибать петельку туда, до конца доводить не нужно. Буковка Y. Нарисуйте ее. Она нам дает звук. Сейчас мы его нарисуем. Это звук Е. Е. Такой большой крючочек, он свисает со строчки, и наверху
Точечка. Очень сложный, ребята, очень сложный звук «е», как и краткое «е». Буква «y» говорит нам звук «е», считается как «е». И, например, слово «яхта» – «йот», «йот», учите это слово «йот», «y», «е», «йот», окей. Последняя буква английского алфавита. Давайте вспомним все буквы. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Нарисуйте буковку Z. Z. X, Y, Z. Буковка Z, как вы уже догадались, дает нам звук и читается как звук Z. Как звук З. З. Нарисуйте точно так же рисуется, как и буковка. Звук З. 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 И слово молния. Зип. Зип. З. З. Зип. З. З. Зип. Окей, давайте повторим с вами все буковки. Звуки самое главное и слова. Прочитаем вместе. А, р, rabbit. С, с, snake. Т, т, tree. Ю, а, umbrella. В, б, vest. W, в, window. X, x, box. Y, Y, yacht. Z, z, zip. That's good, хорошо. Я напоминаю, что в описании видео есть аудиофайлы, которые вы можете послушать к этому уроку, еще раз повторить звуки, буковки и слова. Окей, а мы переходим к следующему заданию на страничку 11, page 11, exercise 3, упражнение 3. Перепиши слова в тетрадь, повтори эти слова и вставь в них пропущенные буковки. Давайте вместе с вами вспомним эти слова. А найти их здесь в учебнике очень легко. Мы все это с вами проговаривали. Первое слово, ребята, что это за слово? Это слово window. В. Window. Окно. Number two. Best. В. Best. Майка. Umbrella. А. Umbrella. Зонтик. Box. Кс. Box. Коробка. Zip. З. Zip. Молния. Snake. С. Snake. Змея. Tree. Т. Tree. Дерево. Yacht. Y. Yacht. Яхта. Rabbit. Р. Rabbit. Кролик. That's good, хорошо. Good for you, молодцы. And exercise 4, еще одно упражнение. Это упражнение 4, как тест. Прочитай слова и выбери из них правильный ответ, подходящий к картиночке. Look at the pictures. Посмотрите на картинке. Читаем слова. Look at the pictures. Смотрим на первую картиночку. Horse. Snake. Kangaroo. Yes, it's a horse. Верно, это лошадка. Horse. Повторите. Horse. Look at the picture. Посмотрите на картиночку. What is it? Что же это? Box. Yard. Jug. Yes, it's a yacht. Это яхта. Number three. Третья картиночка. Mouse. Dog. Rabbit. Yes, it's a rabbit. Это кролик. That's good. Хорошо. Glass. Best. Nest. What is it? Что же это на картинке нарисовано? Вспоминаем. Yes, it's a glass. Это стакан. That's good. Хорошо. Молодцы, ребята. Кому интересно мое видео, пожалуйста, подпишитесь на канал. That's all for today. На сегодня все. Goodbye. До свидания. Exercise 1.
Page 10. Listen, point, and repeat. R. Rabbit. S. Snake. T. Tree. A. Umbrella. The vest. W window. X box. Y yacht. Z zip.